Долгое время жилой комплекс «Видный» на Белокаменном шоссе считался неблагополучным. Банкротство застройщика, обманутые дольщики, проблемы с вводом домов в эксплуатацию. Теперь все это в прошлом. В районе течет размеренная жизнь, но сегодня тишину нарушила залихватская музыка, звучащая на детской площадке. Программу под названием «Наш двор» придумали в молодежном совете при главе Ленинского района. В общей сложности в ней участвуют 36 волонтеров. В ЖК «Видный» приехали ученики 9-й школы. У нас есть актив школы, и оттуда все пошло. Мы зимой организовывали детские программы сначала в «Видном», а теперь стали выбираться сюда. Самим это доставляет удовольствие с детьми играть, поэтому... Ну, здесь просто захотелось попробовать, тут поняли, что детям нравится, почему бы и не проводить. Одновременно в «Видном» работает 8 творческих бригад. В неделю проводится порядка 30 подобных игровых программ, а всего с начала лета их провели более 180 раз. У нас стоит бригада по 3 человека, и каждые эти 3 человека у нас есть диджей, то есть я вхожу, аниматор и фотограф. Аня, а у нас аниматор. Вот. И как развлекают по площадкам у нас распределены по всему «Видному». В каждый двор ребята приезжают по определенному расписанию. Например, здесь, во дворе дома номер 1 ЖК «Видный», программы проводятся в 16:00 каждый четверг. И их уже с нетерпением ждут. Мы сегодня спать уже ложились, когда заиграла музыка. Так мы прям выпрыгнули с четвертого этажа. Мы четвертый раз с этими ребятами. Я считаю, просто собираются дети, ждут их за час. Очень-очень даже хорошо. Они танцуют, поют, прыгают. Замечательно. Программа длится около полутора часов. Здесь и танцы, и песни, и самое главное – подвижные игры. Детвора от такого развлечения в восторге. Мы просто без этой программы, без музыки играем. Тоже можем танцевать, но здесь... Не так интересно. Да, здесь интересно. На площадке иногда здесь очень мало людей, а вот когда эта программа сделали эту программу, сразу пришли ребята и играют. Там нет проигравших, там все как по-своему выигрывают. Планируется, что подобные программы будут проводиться на постоянной основе и не только летом. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».